полюсе начинается мирная конференция. Соберутся лидеры Ганзы, Красной линии, Рейха. Но я слишком хорошо знаю человека, Артем. Все бесполезно. Войны не избежать. Если не случится чудо. Проходите. Привет, дорогие друзья, с вами Альберт. Добро пожаловать на канал Playtime.ru. Двигаясь по тоннелю, поезд с черным мы уже не догоним. И мы продолжаем проходить метро «Луч надежды». Порядок. В полис идете? Ну да. Нет, открой межлинейный тоннель. Межлинейный? Ну там же тупик. Не опасно? Тупик? Нет, это путь. Путь к судьбе, к будущему. Открывай. Давай лястачить. Блин. Нам бы маску поменять, конечно, было бы вообще замечательно. Никакой это не тупик, Артём. Просто случайный человек моментально заблудится в этих тоннелях. А еще больше в самом себе. И сгинет без следа, как это случалось не раз. Но мы здесь не случайно. Нас ведет судьба. И? Все думают, что метро — это просто туннели и станции. Дело наших рук. Безжизненная и бездушная конструкция. Но есть в метро особое место. Там мало кто бывал, и почти никто не вернулся. Его называют «рекой судьбы». Потому что оно может переломить судьбу, смыть тину прошлого и открыть новое будущее. Вот так вот. Если в реку судьбы вступит человек, всей душой желающий получить этот шанс, река вынесет его в место и время, где можно изменить все. Помни, главное найти черного. Это единственное, что надо просить у реки. Метро – живое существо, дышащее, обладающее душой и мыслящее. Здесь же написано «не входить». Маску поменять было бы классно. Тут надо быть настороже. Блин, документ какой-то лежит. Почему? Ага. Так. Человечек лежит. Может, у него маска есть? Так вот же у него. Глухое место. Ну и? После вас. Слышишь? Приготовься! Что за... Ты
блин, снять эту маску. Ни хрена не видно. Сваливаем. Правильно. Еще заряжай. Халявчик, нету халявчика. А, нет, есть халявчик. Ой. Офигеть, 30 патронов нашел. Сейчас бы магазинчик. Взять бы тут прицел. Пойдем дальше. Ну пошли. Занимательно. Знак. Решетка прогнила. Да и приварена насмерть. Артем, помоги. Не вопрос. Артем, жги паутину дальше. Давайте оставим ближний бой. Итак, что мы видим? Смотри, вода. Мы почти пришли. Где-то недалеко. Это что значит? Вокруг смыкается тьма. Главное не потеряться в ней. Теперь не спеши и ничему не удивляйся. Давайте лучше возьмем. Хе-хе-хе. Думаю, это тебя. Даже так. Интересно. Алле. Артём, сынок, это ты? Артём. Надо войти в воду. Зачем? В воде уже. Входя в воду, думай о том, что ты должен изменить в своей судьбе. Думай о черном. Дальше. Иди дальше. Не бойся. Сюда тебя привел не я, а сама судьба. Хе-хе-хе-хе. Это так. Не останавливайся. На всякий случай. Думай о черном. И река вынесет тебя к нему. Ох ты, блин. Куда это мы опять попали?
попали в первую часть. Узнаешь? Это башня. А там внизу городище черных. Тот миг, когда ты послал на них ракеты. Смотри, это ты сам. Река может очистить тебя от груза ошибок. Переломи свою судьбу. Ты сможешь. Верши свою судьбу своими руками. Ты куда делся-то, Блин. Ах ты, блин. Это их город. Их дом. Все, что от него осталось. Ну да, был я здесь. И? Гляди, это он! Черный! За ним! Ты где? Быстрее! Бегу я куда еще быстрее-то? Стой ты, стой ты, стой ты! Куда он делся? Ну, нам точно не сюда. Тупик. Это здесь ты его почти догнал? Ну да. Попробуй еще раз, Артем. Черный! Он все еще в цирке уродов. На поезде. Смотри. За ним, скорей! Впереди! Скорее, вперед! Я же это... Чуть не упал. Нет, я не падаю. Нет, я падаю. Короче, черный к нам залез в мозг. И что-то с нами творит. Что творит, не пойму я. Или он свои воспоминания показывает. Райджи. Дьявол, я и забыл, что эта река не только мистическая сущность. Опять горит. Кажется, мы снова в обычном мире. Когда мы выходили из реки, черный был совсем рядом. Думаю, он и сейчас где-то недалеко. Пост 13, пост 13. Ответьте, боевая тревога. Повторяю, боевая тревога. Снаружи диверсионный отряд красных. Ожидается атака на ваш пост. Повторяю, возможно, атака на ваш пост. Главная цель — эвакуационный поезд. Опоздали. Стой. Блин, хорошая винтовка. Да нет, фигня полная. Фигня. Так, давайте выключим. Темнота, друг молодежи. О, еще один аппарат. Я не верил ему.
В такое нельзя поверить. Но Хан не обманул меня. Эта странная река вернула меня в прошлое. В миг, когда я послал сигнал и уничтожил всех черных. А потом вышвырнула меня в место, где я могу найти единственного живого из них. Беспомощного и безобидного детеныша. Хан назвал его последним ангелом. Так, на этом я заканчиваю. С вами был Альберт. Подписывайтесь на наш канал Playtime.ru. Всем пока-пока.